Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня я вам хочу показать быстрый и, можно так сказать, бюджетный вариант салата. Салат с красной фасолью. Вы знаете, на Кавказе люди очень много едят фасоли красной. Но мы больше как бы любим белую фасоль. И сейчас я вам покажу рецепт, бюджетный, будем так говорить. На сегодняшний день этот салат можно назвать бюджетным салатом. Итак, что нам нужно для этого салата? Одна вареная морковка. Я ее уже вот потерла на терку. Ну, что я буду вам показывать, как я там чищу морковку. Я считаю, что это не нужно. Это каждый знает это все. Теперь к маринованной морковке добавляем 2 яйца потертые. Яйца потру. Вот так быстренько на терочку. 2 яйца потертые на терку. И к яйцу морковка, яйцо, фасолька. Я ее уже с баночки промыла. С этого сиропа, в каком она там была. Теперь нужно сырок. Вот плавленый сырок. Сейчас я вам покажу. Вот я его натерла, но я его заморозила. Я его положила на ночь в морозилку, чтобы он хорошо натерся. Вы знаете, сырок не очень хорошо натирается. Добавляем этот плавленый сырок, натертый тоже на терочку. Видите, он такой пушистый, когда замороженный, а когда не замороженный, он такой кеси-меси, так сказать. Вот, сюда добавляем потертый огурчик. Я не подсаливаю, потому что здесь маринованный огурчик и майонез соленый. Но если вы любите делайте по своему вкусу. Если вам не соленый, если вы любите и хотите подсолить, подсолите, конечно, поперчите, кто любит. Это все в ваших руках. Дело вкуса в ваших руках. Но я не подсаливаю, говорю вам. Тут огурчик солененький, майонез такой подсоленный. И вот с одной баночки фасоли, с одной морковки, с 2 яиц и с 1 плавленого сырка. Я плавленый сырок сейчас вам покажу. Не квадратный, как у нас. Я плавленый сырок, вот такой вот, продолговатый, видите? Вот. Ну, я считаю, если его наполовину, будет он такой, как плавленый сырок. И это все берем. Перемешали все. И майонезика добавляем. Я добавляю вот такую вот ложку майонеза. Вообще в моей семье с майонезом очень плохие дела. Дело в том, что поляки не очень. Ну, мои, я имею в виду. Мой муж, может быть, другие и любят. Но он
кроме оливье, он больше никакие салаты не кушает. И вот смотрите, все приготовила, буквально это заняло там пару минут. Яйца только не сварила, а так морковку сварила, фасоль была готовая, огурчик. Вот, девочки, пожалуйста, вам очень вкусный салатик. Кто не любит на такую терочку, там мелкую, так сказать, порежьте. Кто как любит. Нету никакого такого правила, что надо делать вот так, а иначе нельзя. Хотите на крупную, хотите порежьте, как хотите. И вот салатик готов. Можно сделать на завтрак. Можно сделать просто на какой-то бутербродик и салатик съесть после обеда, например. Все это можно. И вот решила вам показать этот быстрый рецепт салатика. Делайте. Сейчас уже идет осень. Ну, летом, может быть, так не хочется его, потому что все свежее есть. И так мне это не хочется. Но фасоль же полезная. Культура, так сказать. Это бобовые. Надо это все кушать нам. И вот так вот, дорогие мои подписчики, я вам показала салат с красной фасоли. Делайте, экспериментируйте. Может, кто-то еще что-то добавит. Но я вот так вот вам добавила. Еще раз вам повторяю рецепт. Банка красной фасоли. У меня это было вот такая вот. Вот. Фасоль червона. Одна вареная морковка. Один маринованный огурец. Два яйца и плавленый сырок, который я вам показывала. Сырок обязательно нужно положить в морозилку. Он не будет склеиваться, будет такой пушистенький, и каждая эта соломинка будет отдельно, не будет такая кваша. И все, заправляем майонезом. Можете поперчить, кто хочет, можете подсолить, кому как на вкус. Я сделала вот так, как вам показываю. Извиняюсь. До свидания, с вами была украинская полячка. Всем вам мира, добра и благополучия. До новых встреч!